Привет, ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 524 из учебника «Математика» 6 класс Виленкин-Джохов. Давай сейчас откроем вместе учебник и прочтем условия задания. А здесь у нас задача. Сплав состоит из олова и сурьмы. Масса сурьмы в этом сплаве составляет 3/17 массы олова. Найдите массу сплава, если олова в нем 27,2 килограмма. Запишем кратко условия данной задачи. Итак, у нас есть олово и есть сурьма, которая составляет 3/17 от олова. Можно записать стрелочкой, можно словом, как я. И всего сплав, да, сколько килограмм, неизвестно. Нужно решить данное задание. Чтобы решить, нужно узнать сначала массу сурьмы. Как же ее узнать, если у нас, получается, есть дробь от нашего числа? Чтобы выполнить это задание, нам нужно с тобой знать или вспомнить, как находить часть от числа. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть на нашем сайте, перейдя по ссылке под этим видео. Но я лишь кратко напомню, что чтобы найти дробь от числа, даже если это десятичная дробь, нужно умножить число на эту дробь. То есть нужно умножить нашу десятичную дробь на число. В данном случае у нас есть десятичная дробь, нужно ее перевести в обычную дробь. То есть получится 27,2 умножить на 3/17. Дальше, как мы умножаем дробь на дробь? Вспоминаем. Для этого нужно умножить числители, записать в числители, умножить в знаменатели, записать в знаменатели. Но мы пока не можем этого сделать, потому что у нас еще есть 27 целых. То есть нам нашу дробь нужно перевести в неправильную. Для этого 27 умножить на 10 и плюс 2 будет 272. И я сразу же пишу под общей чертой дроби умножить на 3, да, а здесь остается 10 на 17. Смотрим, 272 делится на 17. Проверяем. Потому что, ну, здесь понятно, на 2 мы можем сократить, но я предлагаю сразу на 17. Да, здесь останется 16, а здесь 1. Но также мы 16 и 10 можем еще сократить на 2. Да, у нас будет 8 и 5, а здесь 3 и 1. 8 на 3 это 24, 5 на 1 это 5. 4,8. Почему я поделила все? Я не просто выделила целую часть. Потому что у нас здесь в десятичной дроби представлено. Поэтому и здесь я представила, тоже записала как десятичную дробь. Это килограмма сурьмы. Теперь нужно посчитать, сколько олова. Ну, понятно, сколько сам сплав. То есть, если олова у нас 27,2, сурьмы 4,8, всего это 32 килограмма. Можем записать ответ, что масса сплава 32 килограмма. И на этом задача решена. Если тебе понравилось наше видео, обязательно ставь лайк. Также переходи по ссылке под видео на наш сайт. И там ты сможешь решить самостоятельно похожее проверочное задание. И получить за это баллы. А каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если ты еще не подписан на канал, то подпишись, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.